Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Избави зайца». Сейчас мы с вами вместе свяжем вот такого замечательного зайца. Заяц быстрый, и его главная особенность в том, что он цельновязанный. У этого зайца нет швов иголкой. Сейчас мы с вами разберем, как это делается, как вяжутся такие игрушки. Начинаем вязать. Для вязания зайчика нам потребуется пряжа. У меня это детский акрил. Пихорка — детская новинка, 100% акрил, абсолютно гипоаллергенный, легко стирается, легко сохнет. Для игрушек самый лучший материал. Зайчик беленький, одежка у него синенькая, тапочки желтенькие. Ну, выбирайте любой материал, какой, любой цвет, какой у вас есть. Не обязательно даже брать новый, возьмите на отделку остаточки пряжи, которые у вас были шерстяные. Главное, смотрите, если ребенок маленький, он будет брать в рот этого зайчика, чтобы он не наелся шерсти. К тому же шерсть имеет большой ворс, и если ее ребенок наест, это будет не очень хорошо. Акрил совершенно безворсовый, и съесть его, в общем-то, проблематично, наесться от него чего-то. Поэтому для игрушек он очень подходит. Нужен набивочный материал. Вот у меня тут маленький кусочек, это холофайбер из подушек. Если вы регулярно занимаетесь игрушками, у вас и так есть свои набивочные какие-то материалы, если нет, но вы планируете делать игрушек много, очень рекомендую в любом сетевом магазине купить самую дешевую подушку. Это будет вот этот холофайбер. Легко стирается, отлично держит форму, сохнет моментально, и вместе с акрилом игрушка будет вечной, потому что он не трется, не рвется. Холофайбер быстро сохнет, хорошо держит форму, абсолютно легкий. Даже если вы свяжете своему ребенку мячик, он может спокойно кинуть его, даже в телевизор ничего не будет. То есть вот эти вот вещи очень хороши для игрушек. Так, для вязания зайчика набивочный материал, шерсть, вспомогательная ниточка, на которой мы будем открытые петли создавать, и катушечная нить, желательно контрастного цвета, чтобы ее хорошо было видно на любом цвете, который мы будем с вами вязать. Это что касается материала для вязания. Теперь мы должны составить с вами план вязания зайца. Берем листик. А, еще такой момент. Вязать зайца рекомендую плотно. Это не вещь, которую мы носим, чтобы ребенку было мягко и комфортно, это игрушка, которую мы будем набивать. Поэтому плотность должна быть достаточно такой хорошей, чтобы она не разъезжалась в руках, из нее эта набивка не торчала. Так вот, начинаем вязание с того, что составляем план вязания. Вы можете по аналогии составить свой план вязания, можете провязать, подобрать плотность вязание, чтобы он был достаточно такой плотненький, потому что, скорее всего, вы будете вязать из своей пряжи, не из акрила, из остатков шерсти. То есть вот такие вещи подойдут, любые остаточки, которые у вас лежат и жалко выбросить. Подбираете плотное вязание и вяжем. Начинаем с головы. Пишем план вязания. Первое, что мы делаем, набор. Набираем. Набираем, наверное, 12 петель. Набирать это голова. Так, голова. Заяц у нас цельновязанный, бесшовный. Это очень важно. Голова. 12 петель. 15 рядов вяжем. Дальше у нас будет шея. Шея у нас будет 8 петель. 3 ряда. Мы должны будем лишнее убрать, и будет 8 петель. После этого мы вяжем лапки. Лапа у нас к шее добавляем плюс 11 петель, провязываем 8 рядов. Провязали. Тело минус 9 петель и 20 рядов. Вот план действий. Тело, сейчас уточним, штанишки. В принципе, можем сразу написать шортики. Шортики будем вязать так, что так 20 рядов это вместе с шортиками. Из них само тело зайца белым цветом 10 рядов. И шорты тоже 10 рядов. То есть мы закончили 10 рядов тела зайца вязать, поменяли ниточку, провязали шортики, 10 рядочков. Дальше идут ноги. У нас четное количество игл. Если у вас количество нечетное, оставляйте
Можете ножки вообще не разделять. Можете разделить ножки, как я. Я буду ножки разделять. Поэтому ну, сейчас будем вязать, и все поймете. Можете оставить серединки до 2 петельки. Минус 2 петли в серединке на вспомогательную ниточку. И вяжем 2 ряда. Это шорты. И дальше ноги. Еще плюс. Ну, у меня все ноги целиком 15 рядочков. Я сделаю плюс 10 рядов ноги. И плюс к этому, как получится, частичное вязание. Там, наверное, ряда 3 будет. 3 или 4. Ну, 4, наверное. 4 ряда. Вот такой план на зайца. Вот это все мы с вами должны провязать. Сейчас мы будем вязать, я буду каждый пункт показывать вам каждый пункт и показывать, как мы его провязываем. Для игрушки вот такой план вполне подойдет. Никакие особые расчеты, ничего не надо. То есть вы знаете количество петель рядов в одном сантиметре, можете посчитать, можете приблизительно посмотреть, потому что эта игрушка не требует такой уж точности. И приблизительно какого размера вы хотите зайца, какой толщины, какой высоты, какой длины ножки, ручки. И вот так вот набросать себе план, даже не убиваясь на каких-то там особо скрупулезных расчетах. Вот такой расчет для такой простой игрушки вполне подойдет. Итак, берем машинку. Вспомогательную ниточку, катушечную ниточку и начинаем вязать нашего чудного зайца. Набрали 12 петель вспомогательной ниткой, провязали один ряд катушкой. Вот она, катушечная ниточка тонюсенькая. Такой совет, особенно для тех, у кого грузики. Если вы сейчас навесите сюда грузы, у вас эта катушечная нитка, видно, вытягивается. Чтобы этого не произошло, провязали рядочек. Прежде чем навешивать грузики сильные и вытягивать катушку, привяжите катушечную нить к вспомогательной, просто узлом. Вытаскивать ее это не помешает, зато у вас грузы не перекосят вязание, видите? Поэтому, когда я вяжу вспомогательную нить и применяю катушечную для разделения вязания, я всегда оставляю хвостики вспомогательной нити с разных сторон. И к ним привязываю катушечные ниточки. Теперь как бы я не оттягивала полотно, у меня катушечные ниточки не разойдутся, не растянутся. И машинка хорошо провяжет крайние петельки на крайних иголках, потому что на многих машинах это проблема, особенно при растянутых крайних петлях. Закрепили нить, провязали вспомогательные, берем основную пряжу, которую мы вяжем зайца. У вас это может быть абсолютно любой цвет. И провязываем 15 рядов, это наша голова. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. По дороге смотрим, сойдет ли нам такая голова или нужно побольше. Корректируется все по месту, то есть смотрим по ходу дела, не боимся немножко что-нибудь изменить. Ну, пускай будет 16. Исправляю сразу в своем листе плана 16 рядов. На всякий случай, потому что этот заяц у вас экспериментальный. Если вы будете вязать много таких зайчат, лучше отработать схему, и тогда вообще не надо будет думать. Будете просто механически вязать этих зайцев разнообразных, не только зайцев. Поэтому принципу можно вязать любые игрушки. Вот какую мордочку сделаете, такую сделаете. У вашего ребенка может быть целый зоопарк. И чем покупать кучу китайских непонятно из чего сделанных игрушек, от которых дети сыпью покрываются, лучше связать себе вот такого экологически чистого, абсолютно гипоаллергенного, нормального зайца. Если ваш ребенок еще и примет участие в его изготовлении, то есть в набивании, например, этого зайца, он будет их обожать, и никакие игрушки другие вам и не понадобятся. Провязали голову. Теперь нам надо провязать шею. Так, берем наш план. Голова 16 рядов провязана, шея 8 петель, 3 ряда. Мне нужно оставить 8 петель, 4 и 4. То есть вот эти 4 петелечки я должна убрать. Теперь такой момент. Я могу каждый раз, когда у меня будет смена количества петель, нитку отрывать и начинать заново. Тогда
по окончании вязания у меня будет куча бахромы, которая, в принципе, все равно уйдет внутрь. Если вас это не раздражает, вам это не мешает, делайте так. Если вам мешают вот эти вот хвосты, которые будут висеть, и вы хотите все вязать действительно единым полотном без отрыва нити, тогда нить не отрываем, а убираем на вспомогательную ниточку петельки, противоположные от нашей рабочей нити, от каретки. И просто руками снимаете вот эти две иглы, которые мы должны убрать на вспомогательную нить. Чтобы не гонять каретку, я провязываю их руками. Там три рядочка, этого вполне достаточно. Поскольку эти петли мне понадобятся очень нескоро, когда мы закончим зайца и вернемся к ним уже с обратной стороны, я их просто закрою вот так вот, и пусть они себе и висят на вот этой вспомогательной ниточке. Вот, вот эти две петельки уже никуда не денутся. Перевожу нить на другую сторону, учитывая, что это уже шея, хотя, в принципе, эти переводные ряды можно не считать. Теперь делаю то же самое с этой стороны, убираю вот эти две петельки. Они мне больше сейчас не нужны. Я их снимаю на вспомогательную нить и оставляю. Таких операций у меня будет несколько. Потому что у меня будут эти ножки, будут эти ручки. Они все вот эти вот детали имеют разное количество петель. Мне нужно будет их добавлять и убирать. Таким способом я и буду это делать. Так, убрали. Шея провязывается 3 ряда. 2. Так, это уже лишняя иголка встала. Здесь у меня 3. Теперь моя задача провязать лапки. Лапки. Шею мы провязали, лапы плюс 11 петель, 8 рядов провязан, плюс 11 петель. То есть со стороны, опять же, противоположной от каретки, добавляю 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Добавила на вспомогательную ниточку. Делаю открытые петли. Эти открытые петли потом у меня будут надеваться, опять же, на иглы машины, и мы будем вязать зайца в другую сторону. Это все очень важно, поэтому вспомогательной ниткой провязываю несколько рядочков. Вы вяжете столько, сколько надо, чтобы надеть грузики. Я провязала 4 ряда для того, чтобы у меня опять же ниточки находились с разных сторон. Вот вспомогательное вязание, беру катушечную нить. Не сказала раньше, скажу сейчас, катушечная нить должна быть достаточно прочной. Она не должна рваться. Не берите там старенький хлопочек или еще что-то, что в руках трещит. Такие нитки должны быть очень прочными, чтобы они не порвались на иглах. Провязали рядочек. И завязали, чтобы ничего не убежало. Одна лапка добавлена. Ставим в рабочее положение. Это опять же повторю, если вы не хотите постоянно рвать пряжу на каждом элементе. Провязываем в сторону лапки. Один ряд. С противоположной стороны добавляем 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И повторяем эту же операцию. Лапки у нас с двух сторон. С двух сторон мы их добавляем. Это вперед, это назад. Не забывайте отключать рычаги частичного вязания, у кого они есть. Иначе вы сбросите все полотно с игл. Так, 2, 3, 4. Нитка с противоположной стороны. Катушечный один ряд.
плотненько, катушечный, контрастного цвета. Контрастного по отношению к основному вязанию, не к вспомогательному. Отлично. Завязали узелочки, навесили грузики. Вяжем лапки. Так, у нас каретка переехала в другую сторону. Мы сейчас передвинем. Все вязание в рабочее положение. Если вам не жалко машинку, можете щелкать вот этими рычагами. Если вам машинку жалко постоянно их щелкать взад-вперед, тогда просто можете руками ставить иглы в среднее рабочее положение. Машина сама их подхватит и провяжет. По плану лапка у нас 8 рядов. Вяжем. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот здесь мы уже провязали 8 рядов, вот здесь 7. Поэтому вот эту часть, поскольку здесь уже 8 рядов, мы смело можем закрыть на вспомогательную нить. Вот эта часть, у нее 7 рядов. Мы сейчас провяжем один ряд переходный и тоже снимем на вспомогательную нить. Итак, по плану мы переходим к телу. Лапа провязана. Тело минус 9 петель. 20 рядов. Минус 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот эти 9 петель крайних я ставлю, снимаю на вспомогательную нить. Причем тут вариант такой, если не боитесь, просто на вспомогательную ниточку. Если опасаетесь, что у вас вязание может распуститься, на катушечную. Несколько рядочков вспомогательные и закрываете эту вспомогательную нить удобным способом. Такой способ хорош для любых вещей, которые мы вяжем с использованием вот таких частичного вязания, вот в смысле снятия на вспомогательную нить. То есть, если вам, у вас какое-то сложное вязание, вам постоянно приходится снимать на вспомогательную нить, потом через какое-то время надевать, проще эту вспомогательную нить разделить катушечной и закрыть. Для чего закрыть? Вот в таком варианте, особенно если нитки скользкие, они запросто у нас убегут и распустит все вязание. Особенно если вы вяжете что-то сложное и красивое, это так обидно. Поэтому, если мы что-то сняли на вспомогательную ниточку, и этому чему-то надо долго лежать, закрыли. Но чтобы себе не добавлять работы, разделили вязание катушечной нитью. Поэтому это вспомогательно закрыто, ну и ладно, она, в общем-то, и не нужна. Мы надеваем вязание, видите? Отлично разделены петли, вот они. Мы надеваем вязание на иглы, когда это нужно. Просто вытаскиваем катушечную нить, вспомогательная отваливается сама. Очень удобный способ именно для тех, у кого вязание должно долго висеть на иголках, на вот этих вспомогательных ниточках. Так, каретку переводим назад. Вяжем один ряд. Перевели нить. 9 раз, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на вспомогательную ниточку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То же самое на катушку. Один ряд. И вспомогательная ниточка. Учтите, что у нас такое количество провязываемых рядов лишних, что счетчик на время вязания вот этого зайца лучше, наверное, и отключить. Потому что, видите, мы только гоняем каретку взад-вперед, совершенно в холостую. Поэтому сейчас снимаем вот эту же часть на вспомогательную ниточку и будем вязать тельце. Сняли лапки на вспомогательную нить. Закрыли. Так, лапы мы провязали, тело минус 9 петель сделали, 20 рядов. Но из них тело 10 рядов, шорты 10 рядов. Это из 20 вот этих, вот помните, мы писали. Итак, провязываю 10 рядов белые, потом беру
цветную ниточку, какого цвета я хочу, и 10 рядов цветной ниточкой. Шортики у меня вот такие вот зелененькие. Учтите, что в следующий раз белым мы будем вязать аж вот здесь, то есть мы будем вязать шорты, будем вязать ножки 2 рядочка цветной ниточкой, вот этим шортиком. И только потом на 10 рядов нам нужна будет белая нитка. Поэтому теоретически мы здесь ее уже можем оторвать. Но можем и оставить, смотать моточек и убрать в сторонку, потому что когда мы дойдем до этого места... Еще не сейчас, когда 10 рядов провяжем. Когда мы дойдем до этого же места, возвращаясь обратно, мы можем взять эту же нить, не отрывая, не делая лишние связки. Поэтому сейчас 10 рядов. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Берем ниточку, убираем ее в сторонку так, чтобы она не мешала. Куда-нибудь под машинку. У меня такая чудная полка есть под столом. Я на эту полку все время складываю эти нитки, которые мне не нужны, чтобы валялись. Берем пряжу отделочную, провязываем 10 рядов. Шортики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Заяц в шортах. Так, шортики провязали. Теперь вывязываем ножки. Смотрим, что у нас получается. У нас вот эти две петельки центральные. Мы разделим ножки при помощи вот этих двух петелек. Можно этого не делать. Можно вязать ноги по отдельности. А можно оставить расстояние между лапками симметрично. То есть, если у вас количество игл четное, две петли в середине убираем. Если нечетная, одну, можете вообще не убирать вот эти вот две петли и вязать лапки просто вот как они разделены у вас пополам, так просто берете и вяжете. Я оставлю две петли, снимаю их на вспомогательную нить. Точно так же, как это было там, где мы от головы оставляли немножко. Эти иголочки нам понадобятся скоро, когда мы пойдем вязать вторую часть зайца. Это первая половина. Так, отрезаю лишнее, пока вспомогательная нить больше не нужна. Сняли. И пусть они пока болтаются, эти две центральные иголочки. Их убрали назад, они не нужны. У нас две лапки. Так, я провязываю два ряда на одной части. Раз, два. И теперь мне надо два ряда провязать на второй лапке. Что я могу сделать? Я могу оторвать ниточку подлиннее, выведу вот к той части, то есть я отрываю ниточку, чтобы не хотела провязать два ряда. Все, ставлю вперед, вывязываю два ряда на второй части. Два ряда второй лапки, но смотрите, чтобы у нас нить вышла не к центру вязания, а к краю. Поэтому от края начинаем, к краю и подходим. Раз, два. И оставляем этот моточек, потом мы пойдем вязать шорты обратно. Опять же, сворачиваем его и убираем туда, где он не будет мешаться. Нам вязать все остальное. Так, минус 2 петли сделали, 2 ряда шортиков провязали. Теперь у меня задача 10 рядов провязать ножки белым цветом. Это ножки зайчика будут. 10 рядов провязываю. Плюс к этому частичное вязание. Частично мы свяжем кончики ножек, чтобы они не были у нас квадратными. Мы не будем делать грубые квадратные лапы. Мы сделаем их закругленными. Для этого нам нужно частичное вязание. Я написала 4 ряда, но тут сколько получится. Все по ходу дела будет выяснено. То есть сейчас я провязываю 10 рядов каждой лапки.
Такой вот небольшой совет для тех, у кого нитевод. Когда вы вяжете вот такие мелочи, и если вам часто надо менять цвет в процессе вязания, там два ряда провязали, цвет менять, не обязательно каждый раз менять нить в нитеводе. Нитевод заправлять — это целая история, это долго, время отнимает. Я когда вяжу на сильвере, поскольку машина привязана, у нее есть зажимы для ниточек по бокам, либо зажимы для ниток, либо струбцины, к которым привязываются эти ниточки. Привязали хвостик. Роль нитевода выполняет рука. То есть вы рукой держите нитку одной рукой, второй ведете каретку. Очень ускоряет вот такое вот вязание. То есть для того, чтобы провязать там три ряда каким-то отделочным цветом, не обязательно заправлять всю нить в нитевод. Можно подержать рукой. Главное, чтобы была закреплена машина и закреплена нить. Это так, отступление. Провязываем 10 рядов белой ниточкой. Либо одновременно, если машинка у вас позволяет, либо по очереди. Так, сейчас я провяжу по очереди, для того, чтобы показать, что же мы делаем. Я беру другую ниточку, потому что та у меня осталась на первой части изделия нашего. 10 рядов провязываю. План не потерять. Так, еще такой момент. 10 рядов — это хорошо, но будем ли мы вязать тапочки зайцу? Если я буду вывязывать тапочки, вот, например, вот такие вот желтенькие тапочки, тогда я вяжу не 10 рядов, а 8. 8 рядов. Так, частичное вязание следом, плюс 2 ряда желтые и плюс частичное вязание. Вот и получается 8 рядов плюс 2 ряда желтым цветом плюс частичное вязание. Зачеркнула, зачеркивать не надо было. Итак, не 10 рядов. Если лапы без тапочек, 10 рядов и частично. Если лапы в тапочках, провязываем 8 рядов, 2 ряда желтенькое. И останавливаемся. Сейчас будем вязать частичное вязание. Так. 8. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ниточку оставлю. Беру желтенькую. 2 ряда. 1. 2. Это тапочки. Это наши тапочки. И начинаю вывязывать частично. Переднее рабочее положение. Крайнюю. Противоположное от каретки иглу. Раз. Противоположное от каретки иглу в переднее рабочее положение. Два. Противоположную иглу. Три. И 4. До одной иголочки. И выставляем их в обратном порядке. Простое частичное вязание. Вывязали. Так, теперь мы приступаем к самому интересному. Мы будем соединять вязание прямо на машине. Видите, мы провязали частично и частично. Вот оно. Теперь, так, эти мешают. Надеваю протяжку. Все наше вязание состоит из протяжки, узелка. Протяжки, узелка. Это край, простой край машинного вязания. Узелочек и протяжечка. Узелочек и протяжечка. Так вот, сейчас мы будем забирать вот эту вот протяжечку. Каждая протяжка — это один ряд. То есть мы провязываем два ряда, надеваем протяжку. Два ряда, надеваем протяжку. Мы одновременно вяжем и сшиваем изделие. Сшивать ниткой мы тут ничего не будем. Ну, только потом подправим кое-чего, но это уже совсем не относится к сшиванию самого зайца. Заяц у нас цельновязанный. Поэтому протяжку на вот эту желтенькую, на иглы машины надели. И два ряда провязали. Так. Раз. Два. Желтый тапочек провязан. С этой стороны мне ниточка больше не нужна. Я буду ее использовать уже с другой стороны.
вот эти вот ниточки я соединю, когда буду, когда закончу. Либо сейчас, видите, они как раз подошли друг к дружке. Их можно соединить крепко. Все связано. Берем. Теперь я буду вязать белым, поэтому надеваю протяжечку, вот протяжка на иглу, белую протяжку на иглу. И теперь можно даже не считать вязание. Эти нитки потом заправлю внутрь и вяжу до голубого, до шортиков. Так, так, так. Тут главное, чтобы ничего не сваливалось. Раз, два. Протяжка. Видите, когда протяжка у нас пришита, она уходит как бы внутрь вязания. Берете следующую. Рекомендация для тех, кто будет таким способом сшивать какие-то длительные, какие-то большие изделия. Здесь у нас заяц крошечный, сложности не представляет. Даже если вы где-то ошибетесь с пересадкой петли, не страшно. Если вы вяжете большие вещи, большой носок, колготки, неважно. Так можно вязать все, вот цельновязано. Оставляйте себе в процессе работы маячки. Просто провязали там 10-15 рядов и на край здесь вот на протяжечку навязали ниточку. Простую нитку, любой хвостик взяли, навязали. С двух сторон. Когда вы будете подходить вот так вот, надевая протяжки на иголки, вы будете знать, что вы не перекосили вот это надевание. Что у вас четкий петельный ряд идет и одновременно надевается. Потому что если вы с одной стороны возьмете больше, с другой меньше, ну ничего хорошего из этого не получится. Вы же понимаете, перекошенное вязание еще ничего не украсило. Так вот. А там я уже надела, уже второй раз надеваю. Видите, отвлекаться вообще нельзя. Надела, поговорила с вами, надела второй раз. Глаз да глаз за собой же нужно. Разговаривать в процессе вязания нельзя. Так, два ряда. Раз. Два. Следующую протяжечку. Раз. Два. Целый петельный столбик надевать не обязательно. Здесь достаточно протяжки. Раз. Два. Подошли к последней протяжке. Видите, все получилось хорошо. Провязываем. Раз. Два. Теперь мы можем эти нитку здесь, она больше не нужна с этой стороны, я ее могу отрезать. И вот эти вот ниточки соединить, связать. Все, она свою задачу выполнила. Теперь я буду вязать зелененькую. Видите, все очень просто. Вяжу вот эти два ряда до надевания, сейчас провяжу. И вторую ножку аналогично, точно так же. Сначала беленьким, потом желтеньким. Только смотрите, мы с вами написали проект вязания. Вот точно так же 8 рядов вы провяжете белым, 2 ряда желтым и частичное вязание по такому же количеству рядов, как мы вязали на левой ножке. Главное не сбить это все, иначе... Ну, иначе некрасиво. Так, у нас здесь всего 2 ряда. Берем... Так, 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 вот эту вот зелененькую и провязываем 2 ряда. Видите, как все очень быстро. Заяц сшивается прямо на глазах. 2 ряда. Раз, два. Все, пока остановились. Сейчас мы будем соединять шортики. Вот эту часть надевать, но для этого нам нужна вторая ножка. Поэтому вот эта вот ниточка остается. Берем отрезанную белую нить и вяжем по аналогии абсолютно точно так же вторую ножку. И останавливаемся, сейчас будем продолжать вязать шортики. Закончили вязать вторую лапку. Видите, у меня ниточка даже лишняя осталась. Ну и ладно, пусть она остается. Теперь два ряда я провязала шортиков. Мне надо вывязать вот эту часть. Но у меня здесь вот две вот эти петельки, которые я снимала на вспомогательную ниточку. Сейчас я их надену на иглы машины. И продолжу вязать шорты. У меня будет очень аккуратная вязание. То есть, если бы я этого не сделала,
не сняла бы их на вспомогательную нить. Получилось бы, ну, менее аккуратно. Хотя, как я уже говорила, можно и не снимать на вспомогательную нить, а вязать лапки, вот как есть, пополам поделить и все, и провязать. Так, что-то я тут затянула, когда делала эту ниточку. Сейчас. Ой. За нее надо потянуть, тогда петли вытянутся, и можно будет их без труда надеть на иголки. Вспомогательную нить сейчас вытаскивать не буду, я ее оставлю. Крючком наденем декером. Все, надели. Нить с клубочком у меня осталась с левой стороны. Перевожу туда каретку. Все. Вот эта часть болтается, потом уберу. Могу, в принципе, сейчас завязать узелок, могу в дальнейшем, потом, когда мне будет удобно. Все равно все нитки, которые у меня остаются вот здесь вот висеть, вот они. Они у меня не заправляются сразу, они остаются снаружи. Мне придется крючком потом заправить внутрь. Но это совершенно не страшно и времени не занимает. Так, я вяжу шорты, надевая на иглы машины. Так, здесь вот я могу уже завязать вот эту ниточку. Видите, я вначале не завязываю ничего. Дохожу до этой нитки и завязываю так, в общем-то, удобнее. Дойду с этой стороны, привяжу вот эту вот ниточку. И мне не надо будет уже об этом думать. И поехали, делаем то же самое. Вот таким способом мы вывязываем зайца. Таким способом мы можем вывязать все, что угодно. Так, вот эта петелька. Два ряда провяжем. Все петли открыты. Раз, завязала узелок, чтобы вот эта часть не потерялась. Ой-ой-ой, наделась уже. Раз, два. Потом я ее заправлю внутрь, и никаких проблем у меня не будет, ничего не распустится. Раз, два. Берем следующую. Вот эта протяжка уже надета, берем следующую. Раз. И с этой стороны. Вот это уже надето, берем следующую. Их отлично видно. Если у вас небольшой опыт по надеванию вот таких протяжек, подобные игрушки, зайцы, прекрасное средство тренировки для вязания вот этой мелкой моторики, что называется, для отработки вот таких вот элементов, которые во взрослом вязании очень часто бывают нужны. Но если в мелком зайце мы можем себе позволить какую-то небрежность, погрешность, скажем так, даже не небрежность, а ошибки от неопытности, то в нашем большом вязании, когда мы вяжем что-то для себя, для мужа, там даже для ребенка, но он должен быть красивый и аккуратный, мы же не будем ему мешки вязать. А там уже такие погрешности просто недопустимы. Поэтому вяжем зайцев, тренируемся на них, и в больших вещах мы уже таких огрех не допустим. Раз, два. Надели следующую протяжечку. Два ряда. Довязали до беленькой части, поменяли ниточку, и вот так вот очень быстро и, но в то же время не спеша, мы с вами дойдем до лапок. Раз, два. Доходим до лапок вот таким способом, вот до сюда, до лапки, и останавливаемся. Не забыли, что у нас вот здесь осталась нитка белая, ее и будем использовать. Вот здесь вот у нас ничего не завязано. Когда мы закончим синюю, мы просто свяжем эти ниточки, и они у нас не потеряются. И продолжим вязать белый. Никаких узлов тут уже не будет от белой нитки. Доходим до лапок, надевая вязание вот так вот каждые две петли, два ряда. И будем вязать лапки. Дошли до лапок. Видите, там у нас уже заяц очертания приобретает. Отлично. Мы... Ниточка у нас справа, лапки у нас слева. Вот эту лапку, которая слева, чтобы не рвать нитку, опять же повторюсь, если вы не рвали ее до этого, то и сейчас не будем это делать. Вытягиваем так. Добавляем наши 9 иголок. Считаем, что их 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это то, что мы снимали. Помните?
минус 9 тела мы убрали после лап 9 петель. Сейчас мы эти 9 петель надеваем назад. Вот они. Катушечная нитка нам в этом очень помогает, потому что она отлично разделяет вязание. Она вот тут подтянулась, где-то попыталась затянуться, убежать, но учитывая, что катушечная нитка плюс хорошо закрытое вязание, здесь мы все закрыли, поэтому убежать она физически не может. Назад вспомогательную нить. Так, видите, она даже находясь на катушке пытается убежать. Поэтому, когда мы со вспомогательной нити надеваем вязание на иголки, мы сначала надеваем это вязание, потом убираем вспомогательную нить, иначе мы потеряем все вязание. Оно и так пытается убежать, даже находясь в привязанном состоянии. Если же отпустить эти петли, они убегут сразу очень радостно. Так, раз, два, назад. Вязание отлично разделяется катушкой контрастной. Я все это вижу отлично. Вот они все петли надеваются без проблем. Все 9 штук. Так, надели. Если вам вспомогательная нить мешает, сейчас самое время ее вытащить. Если она вам не мешает, оставьте ее, потом вытащим все обратно. Ну, видите, вот. Так. Катушечная ниточка у меня вытягивается, и вспомогательная ниточка вытаскивается сзади. У меня абсолютно чистое вязание на иголках. Очень удобный способ. Заправили все вязание как надо, надели на него грузики. Один ряд. 9 иголок с другой стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Повторяем эту же операцию с другой стороны. Здесь у меня тоже все попыталось убежать. Сейчас мы эти все петли поймаем, наденем их на иголки обратно. Если не закрывать петли, они действительно могут распуститься, потому что вязание такое достаточно активное. Так, вспомогательную ниточку назад. И все петли отлично видны. Они нам уже не страшные. Так. Даже несмотря на наличие катушки, они тут подзатягиваются именно потому, что вязание пытается принять ту форму, которая ему наиболее удобна. Вот данный растянутый такой вид ему неудобно. Поэтому надеваем на петли. Надели петли, поставили все рабочее положение. Видите, мы продолжаем вязать ручки. Цельно вязано. У нас никаких нигде не болтается ниток, ничего нигде не висит. Все прекрасно убирается. Провязываем. Мы уже провязали круг, возвращаемся обратно. Лапа 8 рядов. Вяжем 8 рядов. Раз, два. Так, такой момент. Мы можем вот эти вот лапки надевать на иглы, а можем не надевать, потому что если я буду надевать вот здесь под растянутый край, я потом, когда буду собирать зайца, лучше катушечной ниточкой, иголкой пройду и стяну в узелок вот так вот. Поэтому сейчас я не надеваю вот эти вот части на иглы, хотя, по идее, можно и их соединить. Раз, два, три, четыре, пять, 6, вон там заяц внутри. Тут такой момент, я могу сразу надеть петли и закрыть, но чтобы не рвать нить, я провяжу дополнительный ряд в сторону той лапы, которую мы начинали. Здесь количество петель больше, количество рядов. Провязали. И теперь вот эти вот, вот это вот плечо надеваю на иглы. Я могу оставить открытые петли, шить их горизонтальным трикотажным швом. У меня швов на зайце не будет вообще. Но поскольку это игрушка, причем игрушка быстрая, мы делаем быстро, поэтому шов будет виден. Но он зайца совершенно не испортит. Поэтому что мы сейчас делаем? Берем вот эти вот петли, которые у нас вот так вот сюда попадают. Это наше плечо.
и надеваем эти петли на иголки. Вот сколько есть петель, столько и надеваем. Так, 5, 6, 7, 8. И еще одна вот отсюда не хочет. 9. Вот они наделись, вот эти вот иголочки. Что я сейчас делаю? Я убираю катушечную нитку, она мне больше не нужна, только мешает. Зацепилась. Завязание. В общем, где-то она тут зацепилась, где-то я ее надела на иголку. Ну, видите, даже если она зацепилась, ее все равно легко снять. Так, все. Видите, заяц становится все чище и чище и понятнее. Это лапа, она готова, поэтому эти иголки у меня остаются в работе. Вот эти иголки я просто закрываю удобным способом. Эти петли. Закрою быстрой косичкой. Беру крючок. Крючок у меня, как всегда, убежал. А вот он. Беру крючок и закрываю косичкой. Иголки закрыты, закрытыми язычками. Подцепляю обе, обвиваю иглу. И каждый раз, образуя одну петелечку, провязываю ее крючком. Если вы закрываете не косичкой, закрывайте удобным и понятным вам способом. Желательно делать так, чтобы петли были все-таки одного размера. Можно было даже закрыть цветной ниточкой, например, той же желтой или синей. На плече у зайца была бы отделочка, но поскольку у нас нет такой цели украсить зайца полосками, мы это не делаем. Так, последнюю петлю я просто надеваю на иглу. Эти иглы назад все, они не нужны. Эти провязывают один ряд. И я повторяю эту операцию с другой стороны. Надеваю на иглы петли и закрываю их. Лапы готовы. Видите, как все действительно быстро. Главное не путаться с этой вспомогательной ниточкой, но она здесь и правда очень помогает. Если бы у меня не было разделения вязания, было бы немножко посложнее заниматься вот такой вот мелким надеванием. Две петли, последняя, вот она, последняя прячется. Так, смотрю, 4 и 4, да, все верно, то есть вот эти вот у меня идут вперед. Вот эти двойные я сейчас закрываю. Для этого вынимаю вспомогательную нить, она больше не нужна. Ее можно и даже отрезать, потому что она была привязана краешком вспомогательной ниточки. Это все убираем. Катушку убрали, вспомогательную убрали. И закрываю от края к центру, чтобы у меня рабочая нить оказалась у вязания, вторую лапу. Как я уже повторюсь, можно было сделать
сшивание трикотажным горизонтальным швом. Заяц получился бы без шва по руке, но это было бы дольше. Наша задача сейчас сделать быстро. Так, лапы мы закончили. Смотрим, что у нас тут было по плану. 8 петель, шея, лапу мы связали, возвращаемся назад, шея, 8 петель, 3 ряда. 8 петель, пожалуйста, 3 ряда на иголках. Ставим в работу, эти все убраны. Так, 2, это все, лапы не нужны. Не забываем, что наша обязанность надевать протяжки. На иголке. Сшиваем шею. Все. Идет голова. Надеваем так ниточку. С этой стороны, чтобы она не мешала, мы не будем провязывать частично, как-то там по-особому. Мы сейчас наденем эту голову на вот эти две петельки, которые у меня оставались. Я просто их надену на иголки. Помните, мы их, когда закончили вязать голову, мы завязали тут все узлом и оставили. Сейчас я вот эти петли надеваю обратно на машинку. Качественно завязала, что уже даже не развязывается узлы. Так, голова. Она шире шеи. С этой стороны. Соединение. Вот эта вот часть. То, что там будут небольшие дырочки, ничего страшного. Мы повяжем шарфик нашему зайцу и закроем все. Как качественно завязано. Так, две петли. Одна уже распустилась, вторую удалось поймать. Распустилась, мы ее сейчас провязываем руками. Все. Так, теперь смотрите. У нас ниточка не захватывает вот эти две петельки, и ладно, потому что изнутри это так мало, то есть вот такое небольшое расстояние я не буду частично надевать, частично провязывать, чтобы выйти на эту нитку. Можно это делать, можно не делать, я не буду. Я должна провязать 16 рядов, голова, 12 петель, 16 рядов. Я провязываю эту голову вот так вот по очереди, надевая все петли. То есть 2 мы сейчас провязываем. Раз, два. И надеваем следующие. Три. И так далее до конца головы. Вот у нас уже контуры зайчика определены. Мы уже видим, какой у нас заяц получился. Теперь такой момент. Мы можем связать просто голову, набить и все. А можем вывязать ему мордочку длинненькую. Поэтому сейчас, провязав 4 ряда, вот в самом начале мы делаем физиономию зайцу. Обычным частичным вязанием. Ничего никуда не надевая, потому что сейчас у нас не идет увеличение количества рядов, у нас идет увеличение середины вязания. Ну вот еще вот так вот. Остренькая мордочка. И поехали назад. То же самое, что мы делали на ножках, мы делаем на мордочке. Вывяжем ему физиономию.
просто придадим объем зайцу. Вот остренькая мордочка вывязана. И продолжаем дальше надевать на вязание петли. Сшиваем зайца до конца вязания. Теперь уже до конца головы и будем вывязывать ушки. Заяц цельно вязанный, необыкновенный. Так, главное. Раз, два. И так далее. Вот это вот у нас не употреблялось. Петелька. И вот эта петелька. Главное, следите за тем, какая петля уже была надета на вязание, какая еще нет. Раз, два. Вот это. И вот это. Так, до конца головы. Довязали до конца головы, вывязываем уши. Уши будем вязать так же, как ножки. Видите, готовые уши. Даже придумывать не надо, отлично стоят и явный заяц. Вот представьте, здесь глазки, ротик. Заяц готов. Поэтому, как у нас ножки были провязаны 15 рядов, так же мы вяжем наши уши. То есть половину игл мы убираем в переднее нерабочее положение. Парочку рядов сейчас провяжу. Запоминаю, что я вяжу уши, если даже запишу себе. Ухо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть петель, 15 рядов и плюс частичное вязание. Отметочка. Ухо, 6 петель, потому что у нас же есть 6 петель. Вот куда вышли, на том количестве и останемся. 15 рядов вяжу, плюс частичное вязание. Это, помните, как мы ножку вязали, уголок до одной петелечки. Также и ушки закруглим. Все будем делать то же самое, только чисто беленьким. Поэтому сейчас я могу провяжу пару рядов. Раз, два, на половине ушей, на одном ухе. Раз, два. И перенесу петли, для того, чтобы мне не путаться. Делаю это для того, чтобы мое вязание не путалось. Очень удобно разнести вот так вот его. Поэтому я два ряда провязала. Потому что когда вязание находится очень близко, оно может, вы можете обвить нитку, либо нитка соскочит, вы не заметите. А так мы разделили и спокойно теперь вывязываем уши. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот. Готовое ухо. 15. Можно даже, давайте 17. Ухо подлиннее. Раз, два. Исправляю. Не 15, а 17. 17, отлично. Так, эти уши стоят. И теперь частичное вязание. Все как в прошлый раз. Раз. Два. Три. Четыре. Но у нас здесь четное количество иголочек. Поэтому, ну, будет просто немножко скругленное ушко. Не квадратиком, и то хорошо. И выставляем все это назад. Раз, два, три, четыре. И делаем все то же самое. Мы частичное вязание выполнили. Теперь возвращаем назад. Надеваю протяжки. Уши цельно вязаные. Второе ухо вяжется совершенно аналогично. Так, это
протяжка привязана. Теперь вот это. Та привязана, теперь вот это. Главное хорошенечко грузики привесить, потому что все это очень нестабильно. Тут пытается убежать. Но не перестарайтесь, иначе перетянете все вязание. Оно будет еще и перекошенное. Конечно, на машинах вот с такими платинками вязать такую мелочевку гораздо удобнее, чем на грузиках. Поэтому и вяжу на Неве, а не на Сильвере. К сожалению, дорогие машины с платинами не делают. Очень жаль. Так, два рядом. Это уже была вот эта. Ну, до конца уха, а потом второй точно так же. И останавливаемся, провязываем два уха до конца и останавливаемся. Голову не надеваем на иглы. Довязали, остановились. Довязали оба уха. И, в общем-то, мы практически закончили вязание. Нам бы сейчас эту голову надеть на иглы и закрыть. Но как мы тогда этого зайца будем набивать? Поэтому возвращаем назад иглы, которые мы сдвигали для облегчения себе работы. Ой-ой-ой-ой. Вот я сейчас себе облегчу работу. Так, вернули. И вот, пересадили иголки, пересадили вязание. Рабочая нить у нас оказалась справа, здесь хвостик, пускай. Теперь, поскольку у нас здесь открытые петли, здесь мы тоже должны аккуратно открытые петли соединить. Делать мы свяжем трикотажным горизонтальным швом, у нас получится цельная голова. Может быть, даже подтянем ее в процессе сшивания. Поэтому один соединительный ряд на ушах. Нить отрываем так, чтобы можно было сшить это все на вспомогательную ниточку нашего зайца. И, в общем-то, мы его связали с вами. Все, заяц готов. Осталось набить его, заправить все нитки. Так, смотрим, что у нас получилось. Вот, видите, явно выраженная физиономия. Отличные уши торчащие. Вот они. Уши цельновязанные. Вот весь заяц. Вот голова, которую мы можем сшить горизонтальным трикотажным швом. Такой вот получился заяц. Очаровательнейший просто. Наша задача сейчас заправить все вот эти нитки, которые у нас торчат снаружи, убрать их внутрь. Просто крючком заправляем и все. Набиваем зайца набивочным холофайбером, о котором я вам говорила в самом начале, либо чем-то другим. Набивать можно чем угодно. Вот что у вас есть, тем и набивайте. И горизонтальным трикотажным швом мы зашьем вот этому зайцу голову. Потому что если мы его зашьем сейчас, у нас нет отверстия для набивания. Вот так уж получилось, что это отверстие у нас в голове. После того, как мы его набьем и зашьем, у нас будет возможность придать этой голове любую форму при помощи иголки и нитки. И вот эти вот отверстия в руках, если вы не надевали, так же как я, не надела вот эти вот протяжки на иглы, аккуратненько зашиваем вот так вот по кругу и затягиваем, чтобы здесь ничего не торчало и ничего не было. Итак, занимаемся отделкой зайца, убираем все нитки внутрь, набиваем зайца и будем сшивать ему голову. Вот после того, как мы убрали нитки, набили зайца, получился вот такой толстый заяц, можно ему брюшко набить. Получился заяц с физиономией, видите, уши цельновязанные. Вот здесь вот остатки
этих вспомогательных ниток, которые мы сейчас с вами уберем. Если где-то есть какие-то огрехи, мы не тянули или не так что-то привязали, берем обычную катушку, обычную иголочку и тихонечко подшиваем те места, которые нам не нравятся. Вот. Вот такой вот получается заяц. Если вы хотите подправить его, как-то удлинить ножки, сделать потолще брюшко, подлиннее лапки или поменьше голову или что-то такое, берете нашу схему и исправляете, что вы хотите переделать. То есть, если вы в следующий раз будете вязать еще такого зайца, по этой схеме вы без проблем свяжете. И, конечно, вы видите, что после того, как мы набили зайца, он стал, петли немножко подрастянулись, потому что заяц принял форму, набит, он достаточно плотно набит. Поэтому, вот помните, в самом начале я вам говорила, что выбираем плотное вязание, плотную вязку. Рыхленько не вяжем, такие вещи рыхло не вяжутся, иначе он вообще растянется, из него этот синтепух или холофайбер, или чем вы там набиваете, будет просто торчать между петель. Это совсем ни к чему. Итак, мы оставляли хвостик белой ниточки, которую вязали голову. И сейчас мы будем делать трикотажный горизонтальный шов. Можно, конечно, подпарить немножко петельки, тогда это будет попроще делать. Но подпаривать его вот так вот на зайца очень сложно. Поэтому мы сейчас постараемся сшить горизонтальным трикотажным швом по одной петелечке, убирая. Если не удается подпарить, значит просто вяжем по одной петле. Так, вот эту ниточку. Она мне будет мешать, я ее уберу в сторону. Начинаем всегда сшивать со стороны, противоположной от той, где находится у нас нитка. Нитка у меня здесь, значит, зашивать начинаю с той стороны. Ввожу иглу в петлю сверху и вывожу снизу из соседней. Подтягиваем. Видите, сразу все подтянулось. Теперь такой очень важный момент. Эту ниточку можно несколько подраспустить. Она такая длинная, не нужна. И по одной петле распуская, мы будем ее зашивать. То же самое здесь. Распуская по одной петле, мы будем эту нитку зашивать. Так уж получается, мы все усложнили задачу тем, что зайца отпарить нельзя. Если сможете подпарить зайца, будет отлично. Так, все, вот эта часть нам не нужна. И вот эта часть. Нитка, иголка. Все. Освободились от лишнего. Чтобы ничего нигде не тянуло, не мешало. Так, теперь в эту сторону делаем то же самое. Самое сложное это первые петли. Вводим сверху вниз, выводим снизу вверх из второй петли. Придерживаем пальцами и так, и подтягиваем их. Тут лишняя ниточка опять мешает. Переходим на эту часть. Мы выходили из вот этой петли, в нее заходим снова и выходим из соседней. Это трикотажный горизонтальный шов, освоить который я очень рекомендую всем. Потому что сшивать им можно не только зайцев, но и вообще все вещи. Так, выходили из этой петли. Из какой там петли мы выходили? Вот из этой. В нее входим, выходим из соседней. Соседнюю от вспомогательной ниточки освобождаем и выходим из нее. Подтягиваем. Переходим на вторую сторону, освобождаем петлю, заходим в петлю сверху, в которой уже были, выходим из соседней, видите, потихонечку делаем. Вот так потихонечку, входя в петлю, из которой мы вышли, и заходя в соседнюю, мы сшиваем нашего зайца. Главное не торопиться.
Можно было это сделать гораздо проще на машинке, но тогда бы у нас с вами появился очень грубый и неприятный шов, такой же, как на лапках, вот, видите? Но на лапках это на лапках, а на голове это уже совсем другое, на затылке. Поэтому мы с вами немножко потрудимся, но сделаем красивого-красивого зайца. В общем-то, сшивается все достаточно просто. Так, отсюда выходили, сюда заходим. И выходим из соседней, тихонечко освобождаем петельки. Вот для этого мы с вами делали соединительный ряд на ушах. Потому что если бы мы не провязали соединительный ряд, было бы очень тяжело ловить эти уши. А так, видите, у меня получается совершенно гладкое вязание. Вот так вот, заходя в ту петлю, из которой мы только что вышли, и выходя из соседней, мы с вами сшиваем, соединяем голову. Если что-то, вот здесь вот у меня получается вот такое вот неприятное отверстие, потому что между ушами оно происходит, я его сейчас же и зашью. То есть вы тут же по ходу дела можете и подшить лишнее, учитывая еще тот факт, что голова уже набита синтепоном, либо любым другим набивочным материалом, чем вы набиваете, гораздо сложнее зашивать, потому что идет сильное натяжение. Поэтому стараемся, главное, не торопимся. Не торопясь, все аккуратненько зашиваем до конца, подшивая все какие-то проблемные места одновременно. Вот, вытащили ниточку. Затянули. Отлично. Дошиваем до конца зайца. Ну вот, практически готовый заяц. Все. Он цельновязанный. Вы видели, что вяжется единым полотном. Мы просто сделали один маленький шовчик. И все. Можно было даже упростить себе задачу. Вот так быстро, просто и аккуратно получается. Сейчас наша задача оформить физиономию. В общем-то, здесь уже ваше творчество. Вы можете оформлять зайцу лицо как угодно, вот как вам нравится. Я немножко сейчас ему так закрепим сейчас. Здесь вот ушки опущу. Вот так вот. Сделаем ушки. Вот они. Для этого немножко надо прижать вот это вот место и прижму его к шее. Видите, сразу опускаются. Поэтому иголочка нужна подлиннее, чтобы она могла проткнуть всего зайца. Ой-ой-ой. Что-то она не очень длинная, но сейчас мы немножко опустим голову и присоберем. Вот так вот. И к шее, на шею мы навяжем шарфик. Так. Вот. Ну, тогда и вот эту часть тоже, ушки. Немножко опустим вот эту вот часть, потому что она получилась выпуклая. Это, наверное, не очень хорошо. О, вот так вот гораздо лучше. И с этой стороны тоже опускаем ушком. Под основание уха выводим иголку. Мы разделяем уши и вязание. И немножко-немножко вот так вот приопускаем. У нас получается уши так очаровательно загибаются вперед. И голова приобретает такую заячью форму, а не вытянутую вот в этом месте. Это неправильно было. Поэтому вот сейчас гораздо лучше стало. Уши торчком вот так вот еще и загибаются. И отличная-отличная голова. Так, с головой справились. Закрепляем ниточку. Главное ничего не перетягивать и нитки закреплять и убирать их в середину головы или тела, чтобы они не болтались. Так, это сделали. Теперь моя задача оформить глазки, носик. Носик я буду оформлять на самом кончике вот этой выпуклой части. У меня заяц зазнайка, он смотрит, нос у него задран кверху.
Зазнается заяц, ну и пусть зазнается. Значит, у нас вот такая зазнайка. Нужно ему оформить глазки немножко. Засветка идет. Оформить глазки, носик, ротик. И, собственно, можно шарфик, можно шапочку, можно чубчик какой-нибудь. Оформляем глазки. Здесь вот будет ротик, вот такой. Вот здесь вот будут глазки. Относительно ротика делаем зажимы на глазках. По диагонали. Глазик раз. Опа. Маленькая. Узелок маленький. Вязание не зацепило. Можно это делать и не катушечной ниткой, а акрилом, с которого мы с вами и вязали по диагональке. Так. Раз, один глазик. Здесь будет ротик. Два. И по диагональке второй глазик. Раз. Выпускаем опять к ротику. Два. О, глазки. Глазки уже, видите, определились. Опять на глазик. И второй глазик. Мы их соединяем. То есть мы закрепляем вот этот эффект. Эффект глазки у нас есть. Такой вот. В эти глазки мы ставим бусинки. Видите, вот. Будет зайчик. Маленькие бусинки. Все. Отлично. Можно прямо сейчас эти бусинки и пришить, потому что ямочки уже готовы, чтобы ничего не потерялось. И вшиваем бусинки. Одну. И вторую. Они такие маленькие. Ой. Постоянно у меня теряются. Ну вот. Все, бусинки уже не потеряются, мы их пришиваем. Получается вот такой уже глазастый зайчик. Пришиваем бусинки понадежнее. И сейчас будем оформлять носик. Носик. Вот у нас такой нос получился. А нос делаем просто треугольничком. Вот так вот на самом кончике вышиваем треугольник. Серединку сейчас. Как раз. И стараемся вот этот узелок убрать вовнутрь. Отлично, узелок убрали. Нос будет небольшой вот такой вот. И просто, выводя в эту же точку, подтягивая ниточки. Я взяла двойную нитку, можно было одинарной зашивать, конечно. Так, что-то я не ту тяну. Вот. Раз. Два. Три. И четыре. Мы выходим. Во, такой вот нос у зайца. Во, отлично. Сейчас осталось только... осталось поперечную ему. Вот, все. Носик. Выходим сюда. И вот такой вот носатый заяц. Отлично. Делаем ему ротик. Опять двойной такой вот рот. Вот. И уже ротик будет вот улыбающийся. Вышли, видите, сюда. И проводим до середины и следующий рот. Так, наверное, много.
втыкаем в серединку. Следующий кусочек рта, не слишком большая улыбка, перебор, вот так. Видите, просто, очень просто. И вот сюда, в носик выводим, и в носу прекрасно у нас прячется улыбающийся заяц. В носу у нас прекрасно спрячется узелочек. Так, и можно его выдвинуть куда-нибудь наизнанку и отрезать. Все. Вот физиономия у зайца. Отличная просто. Просто чудный заяц. Можно ему добавить сюда еще и зубки. Если есть желание, можно зубы дорисовать. Но это уже был бы заяц другого цвета. Мы, по-моему, белые зубы сюда изобразили. Но заяц у нас вот такой. Он улыбается, он довольный. Он будет прекрасным подарком вашему ребенку. Можно связать небольшой шарфик, желтенький, как ботиночки, или синенький, как шортики. Можно сделать лямочки вот от шортиков. Просто небольшой жгутик привязываете с одной стороны и вот через зайца привязали такие вот лямочки, шортики на лямочках. Ну, классный просто заяц. Две лямочки вот так вот пойдут. Вот, видите, заяц с шортиками. Это уже простые жгутики, можно простой жгутик связать и сделать. И на шею желтенький шарфик. Заяц просто неотразимый. И делается, вы видите, насколько просто, насколько быстро, и какой это сказочный подарок будет для вашего ребенка. Так вот, занимаясь отделкой, я привязала, видите, просто эти семечки. Можно было, конечно, их пришить. Если ребенок маленький, конечно, такие вещи лучше пришивать. И шарфик, вот он ботиночек, эти семечки, вот он штанишек. Чуть не забыли самое главное, хвост. Заяц без хвоста это не заяц, поэтому сейчас быстро делаем хвост. Хвост будем делать самый простой. Но опять, если ребенок совсем маленький, лучше связать квадратик, собрать его и пришить. Потому что я сейчас буду делать быстрый помпон. Очень быстрый помпон будет для такого малыша. Можно делать на вилке, можно делать на пальцах. Вот так вот наматываем просто много-много-много ниточек. Бесхвостый заяц, это неправильно. Я так считаю. Это мы намотали, сколько мы считаем нужным. Отрываю хвост и отрываю веревочку, которую буду между пальцами. Продеваю и завязываю узелок. Желательно, чтобы кто-то помог, чтобы узелок был крепкий. Мне сейчас помочь некому. Я рассчитываю только на себя. Затягиваю изо всех сил, какие есть этот узел, чтобы помпон не разошелся. Так, и его просто пришить к нашему зайцу. Так, и теперь берем ножницы и лишнее отрезаем. Получается вот такой вот разлохматый помпон. Мы его просто подравниваем. Хвост большим не нужен. Большой хвост такому маленькому зайцу не... Так, главное не отрезать лишнее. Большой хвост такому маленькому зайцу совсем ни к чему. Мы делаем маленький хвостик. И опять же, если у вас маленький ребенок, эти все ниточки будут вытащены и съедены. Поэтому берите квадратик из белой шерстки. Маленький квадратик берите и делайте из него кружочек. Просто пришивайте хвостик. Кормить ребенка шерстью в нашу задачу не входит. Это уже для более таких сознательных деток, которые будут играть зайчиком, а не облизывать его. Для малышей, как я говорю, никаких вот таких вот частей, которые можно оторвать и съесть, не допускается. Это не нужно. Еще раз, если ребенок совсем маленький, вот эти тесемочки вшиваются или ввязываются, или просто нашиваете,
Ничего, чтобы нельзя было оторвать и съесть. Шарф пришиваете, голову, ну, голова и так пришита, тут оторвать больше нечего. Хвост. Вот такой получается совершенно очаровательный, чудный хвост. Вот. Берем крючок. Так, где у меня хвост-то должен быть? Наверное, вот тут. Одну часть в одну сторону. Этих ниточек, которые мы закрепляли, вторую часть в другую сторону, и просто привязываем этот хвост, он уже никуда не денется. И с нижней части вот так вот затянули, привязали, продели через один петельный столбик, либо обе эти ниточки продели, это уже на ваше усмотрение. Я продеваю встречным курсом эти нитки, и тогда держится совсем накрепко. Хвост, все. И эти ниточки тоже будут исполнять роль вот этой же бахромы. Их под этот же размер и отрезаю. Вот. Все. Хвост готов. Отлично. И можно еще вот точно так же сделать ему чубчик, заяц с чубчиком. То есть маленький-маленький помпончик делаете и между ушками вы также привязываете. У вас будет заяц с чубчиком. Серенький, потому что можно белый, но я сделала серенький чубчик, потому что заяц вот такой у нас. Белый заяц с серым чубчиком. Вот такое очарование мы с вами связали буквально за, не знаю, за минут 40. Дольше рассказывать, чем вязать. Пока ребенок спит, вот такой чудный заяц вполне может быть сделан и подарен малышу. Я думаю, что он будет очень рад. А можно сделать с ним вместе. Тогда он будет рад еще больше.